Всем привет! Вы на канале Залипай. Сегодня мы будем лепить мышонка Джерри из мультфильма Том и Джерри. Для работы нам понадобится мягкий скульптурный пластилин коричневого цвета. Он будет служить основным цветом для сегодняшнего персонажа. Для того, чтобы слепить глаза нашему герою, мы возьмем белый пластилин. Зрачки, брови, ресницы, усы, носик и внутренняя часть рта будут из черного пластилина. Светло-желтый цвет возьмем для лепки груди и живота, а также мордочки. Из розового цвета будет внутренняя часть ушей. Чтобы слепить язык, возьмем красный пластилин. Итак, приступаем к лепке. Берем основной цвет, то есть коричневый, и начинаем вылепливать нужную нам форму. Все детали работы вы можете наблюдать в этом ролике. А пока вы смотрите это видео, я расскажу вкратце, кто же такой наш сегодняшний персонаж. Джерри является вторым главным персонажем этого мультфильма. Это обыкновенный коричневый мышонок. Его основная цель – напакостить коту Тому. Поэтому он постоянно участвует в погонях от него. Он ведет независимый образ жизни. У Джерри есть сходство с Томом. Они оба любят вкусно поесть. А в промежутках между стычками с Томом он ворует продукты из холодильника, либо отдыхает. Наш герой обладает такой чертой характера, как доброта. Даже если он враждует с Томом, он не бросает его в беде. Джерри необычайно силен для своих размеров. Так он может поднимать тяжелые предметы намного крупнее себя. А еще он может ударить или избить Тома, когда сильно разозлится или загнан в угол. Кроме того, мышонок способен лаять по-собачьи. Джерри любит спорт. Играет в бейсбол, теннис, гольф, бильярд и другие виды спорта. Любит порыбачить. Несмотря на все стычки и погони друг за другом, Том и Джерри прекрасно уживаются друг с другом. Вот такой сегодня необычный, интересный, разносторонний персонаж этого видео. Я желаю вам приятного просмотра. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а впереди вас ждет много интересного. Thank you.
Thank you.